Пишем. Ай, блин, больно. Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня мы будем учиться играть песню, популярную на данный момент. Все ее знают под названием «Меня не будет». Исполнители Анукфе и Салуки. Сложные имена, но легкая песня, но обо всем по порядку. Сейчас мы научимся ее играть, конечно же, на укулеле. Ну а перед началом этого ролика я хочу тебе напомнить, что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, чтобы мы с вами стали на первом месте в русскоязычном ютубе по укулеле-комьюнити. И именно ты можешь помочь мне достичь эту цель, все очень просто. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться. И вот так вот оно у тебя будет выглядеть. Вокруг людей куча, но меня не будет. Я хочу, чтобы ты почувствовал, каково это. Погнали учиться играть. Разбор на укулеле. Песня супер простецкая и интересна в тем, что тут 4 базовых аккорда, но у нас всегда интересный и разнообразный бой. И в куплете, в переходе, в припеве не будет самой нашей душераздирающей любимой шестерки. Этого не будет. У нас будет сегодня прям очень крутое аккомпанирование в правой руке. Но начнем с аккордов. Первый аккорд — аккорд ЕМ. Мы зажимаем первую струну на втором ладу, вторую струну на третьем ладу и третью струну на четвертом ладу. У нас получается вот такая вот лесенка. Далее у нас идет аккорд D. Мы зажимаем четвертую, третью и вторую струну на втором ладу. Можете зажимать, как я, через 3 пальца, кто-то зажимает через барре, кому как удобно. Третий аккорд — аккорд C. Мы тупо зажимаем первую струну на третьем ладу. И последний аккорд — аккорд АМ. Мы зажимаем четвертую струну на втором ладу. Все вместе. ЕМ, D, C, АМ. И вот эта вот последовательность аккордов у нас будет играться на протяжении всей песни. Теперь, что касаемо правой руки, что мы там будем играть. В куплете, в первом, очень важно, у нас с вами будет 8 ударов вниз на каждый аккорд. Но это будет очень сложно считать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да, это как бы и тягомотно, и так неинтересно. Поэтому мы вот эти 8 ударов разобьем на такой вот рисунок. Мы будем играть 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Еще раз. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Причем, заметьте, чтобы у вас была легкость, а не вот это вот коматозные удары 8-то вниз, чтобы у вас рука вот так вот не было. Прикол этого боя в том, что я не играю полноценно все удары вниз. То есть прямо от четвертой до первой струны. То есть у меня такого нет. Я делаю не полноценный, то есть не до удар. Таким образом, что, допустим, вот на первый удар я играю четвертую и третью струну, задеваю так трынь. А на остальные могу играть четвертую, третью, вторую струну, то есть я до первой могу не доходить. То есть у меня получается вот этот вот подрезанный удар, и при этом у меня получается легкость в руке, а не вот так вот. У меня вот такого вот нет коматозного. Тут очень важно, вот самое главное, потренируйся перед тем, как играть с аккордами, как ты играешь правую руку. То есть также считаем раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Можно без вот так вот зажали и раз, два, три, раз, два, три, раз, два. С аккордами. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. 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 Сейчас мы полностью сыграем первый куплет. Единственное, на последние слова «Еще ты сломаешь», где у нас будет аккорд АМ, мы будем играть один удар вниз на вот этот АМ. Если что, сейчас все напишу, поймешь. Я не ревную тебя, просто мои загоны. Остановила себя отдохнуть и пойти снова. Ай, не кричи на меня, я обниму тебя. Впрочем, сколько всего еще ты сломаешь. Далее у нас с вами идет переход. Тут все очень просто. 2 строчки играем, и на каждый аккорд играем один удар вниз. Получается. Как лавина скрыла метель, половина наших недель. Далее у нас с вами идет припев. В припеве начинается нормально. Наконец-таки бой. Бой будет следующий. Вниз, заглушка, вверх, вверх, заглушка. Еще раз. Вниз заглушка, вверх, вверх заглушка. И это будет у нас играться один раз на один аккорд. С аккордами. Теперь со словами и. Вокруг людей куча, но меня не будет.
я хочу, чтоб ты почувствовал, каково это вокруг людей куча, но меня не будет. Я хочу, чтоб ты почувствовал, каково это. И там дальше идет распев, и тот же самый бой, и аккорды для... Та-та. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Ну, это так вот примерно будет выглядеть. Теперь, чтобы для полноты картины, что происходит, вообще сыграем полностью первый куплет, переход и припев с распевом. Я не ревную тебя, просто мои загоны. Останови себя, выдохнуть и пойти снова, а не кричи на меня. Я обниму тебя, впрочем, сколько всего еще ты сломаешь. Как лавина скрыла метель, половина наших недель. И бой помним, да? И круг людей куча, но меня не будет. Я хочу, чтоб ты почувствовал, каково это. Круг людей куча, но меня не будет. Я хочу, чтоб ты почувствовал, каково это. И распев. Там любые можешь говорить, неважно. И дальше. И... С этим понятно, супер круто, классно. Да, суть этой песни в том, что мы поем расслабленно. Вот, вот особенно вот этот припев, как бы такая вот человая стилистика, никуда не спешим, вот спокойненько все поем, да, пытаемся достичь верхней ноты, которая у меня не получается. Ну, суть ты, наверное, понимаешь. Далее у нас с вами идет второй куплет, с ним все очень просто. Там все очень просто, играем один удар вниз на каждый аккорд. Сейчас прям сразу и продемонстрирую. Пацаны уже на автопате, next door. Девчонка уже знает весь двор. Вырубай свой свет, у нас уже свой сон. Я на новой карете до города, слишком часто дают тебе повода. Я не буду обрывать твои провода, было много обещаний, но все вода. Да, ну тут все очень просто, все лаконично. Далее у нас идет с вами переход, но уже новый. Тут уже все поинтересней. На первые две строчки мы будем играть с вами два удара вниз на один аккорд. А на вторые две строчки вновь вспоминаем 8 ударов, которые учили в самом начале для первого куплета. Давай я прям сразу покажу, как у тебя это будет выглядеть. Это сделано для того, чтобы у тебя был разгон и был интересный аккомпанемент в правой руке. Потому что после этого припева у нас с вами опять играется припев с тем же самым боем. То есть это звучит круто, это прям вау, не просто тупая шестерка, так, да? Для этой песни не подойдет. Мы играем, как я показываю сейчас, переход и припев, чтобы ты понимал, что происходит, да? Одинокие дни летят, будто минуты окутаны нитью, твои сонные губы. Одинокие дни летят, будто минуты окутаны нитью, твои сонные губы. Далее припев и... Вокруг людей куча, но меня не будет. Я хочу, чтоб ты почувствовал, каково это. Вокруг людей куча, но меня не будет. Я хочу, чтоб ты почувствовал, каково это. Спета, но в принципе песня разобрана. Пам-прам-пам-пам. Ну, а если тебе понравился этот разбор и ты научился играть эту песню, то обязательно поставь свой лайк. Также не забудь написать в комментариях следующие варианты песен и мелодий на разборчики. Я все это обязательно прочекаю и разберу. Ну, а если ты хочешь мне показать свои укулельные старания, то все очень просто. Выучиваешь любую песню или мелодию с моих разборов, записываешь к себе в инстаграмчик и обязательно отметь мой профиль Даша Кирпич, чтобы ко мне пришло оповещение и я тебя увидела и заметила, но также дала обратную связь. Ну и самое главное, если ты хочешь поддерживать абсолютно все мои труды и старания, то ты можешь подписаться мне на Бусти. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. За вино они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!
cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Раз, два, три.